лидеров территории Донецкой, Украинской, Российской нельзя назвать героями, прежде всего, что они допустили военные действия. И однозначно те люди, которых вы называете лидерами, они являются исключительно исполнителями. Пирамида. 2-10 человек дают указания, а вот эти вот лидеры, которые отвечают за все и на которых все подряд вешают, это исполняют. Когда вы, либо же там кто-то, найдет тех людей, которые дают эти указания, я думаю, никогда.